Даже такой, казалось бы, простой инструмент, который имеет всего лишь 3 струны, не так уж легко освоить. Посмотрим, как с этим справляются ребята. Давно малый зал Видновской школы искусств не видел таких аншлагов. Да и не мудрено, ведь на сцене самые маленькие музыканты делятся своим мастерством с самыми маленькими зрителями. Маруся и Антон учатся игре на балалайке всего лишь первый год, но уже участвуют во всех школьных концертах и поражают зрителей своим умением. Мне на этом инструменте играть нетрудно. Если с первого раза, то можно ошибиться или еще что-нибудь. А если упорно тренироваться, то всегда все получится. И действительно, репетировать приходится много. Только тогда можно увлечь зрителя в мир музыки. И здесь в помощь ребятам талантливые педагоги, которые отдают им всю свою любовь. Равнодушным быть и не получится, ведь подобные концерты сделаны с душой. Проект знакомства с инструментами является частью моей программы работы на отделении раннего эстетического развития. На этом отделении занимаются детки от 3 до 6 лет. Эти концерты называются «Знакомство». Мы знакомим наших малышей с инструментами, с музыкальными. Агния Логинова – натура увлекающаяся. Хочет заниматься всем и сразу, и рисовать, и на инструментах играть. Да и не на одном, а сразу на нескольких. И хотя девочке только 6 лет, она уверена, что с музыкой будет связана вся ее жизнь. А ведь впервые Агния познакомилась с барабаном на подобном концерте. У меня сестра тоже на таком уроке играла. Я пришла с мамой и с папой тоже ее послушать. И там я увидела этот инструмент. После этого я захотела на нем играть. А еще мне нравится скрипка. И фортепиано. Невозможно не заметить горящих детских глаз, ведь подобные встречи с музыкой увлекают юных зрителей в свой волшебный мир. Я хочу играть на аккордеоне. Мне нравится выступать на сцене. Мне больше понравилось, как девочка играла на барабане. А мне больше понравилось виолончель. Я хочу очень выступать на сцене. Уверен, что уже в следующем учебном году дети вернутся в эту школу только в качестве учеников. Алексей Мельников, Алексей Руднев, Елена Кошелева, Видное ТВ.